Всем доброе утро. Прекрасное, солнечное, теплое утро. Слышите, как птички поднимают нам настроение. Мы гуляем с Никой. Вышли. Я сегодня вышла без мужа. Обычно он на работу едет, я выхожу. Это я вышла сама. Что хочу, чтобы он меня к Ашану подвез. Петровку. Обратно я уже пешком. Вот. Ника где-то там чухается, сидит. Ника, иди ко мне. Ко мне иди. Все. Все дела сделали, идем домой. Молчу, даю вам возможность птичек послушать. Вы видите, тут кактус. Я не помню, показывала или нет. Тут этой абрикоской я нашла кактус. И вот это вот, видите, комочек, это корни их. Вот. Так вот абрикоска стоит. В этом году интересно, будут абрикосы или нет. Вот, сирень уже. Вот-вот, но здесь тень, поэтому... А вчера мы ходили там вокруг маминого дома, там белая сирень, там уже она прям видна уже, что будет вот сирень уже день-два, и все, она уже белая, уже в принципе и распустилась, потому что там солнце. Вот так вот. Все, идем домой потихонечку. Вывод, что я иногда себе не показываю. Я вот это кое-кого смотрю и поражаюсь. Чего люди есть вообще себя во влоге не показывают. То есть какую-то фотографию там вставляют и все. Ну, как-то странно, если честно, снимать видео и себя не показывать. Вот. У меня уже волосы отфенила. Ничего не красила, такая вот. Губки чуть-чуть. Вот последней помадой, которую купила. Так вот. Все, идем домой, еду в Ашан. Так, иду с Ашана по Петровке. Тут у нас стройка. На голову ничего не гнепнулось. Все, мост не могут это делать. Все, бегу домой. Ну что, пришла я с Ашана. Буду вам показывать покупочки. У меня шум по всей квартире, потому что все дома. Ванная дуется. Там телефон, музыка, тут собака пьет воду. Короче, шум. Но все равно буду показывать, что купила. Так, Тайд купила в Ашане 99 гривен. В АТБ сейчас 109 он стоит, поэтому я взяла в Ашане. Вот до этого я по 89 брала в АТБ. Самый-самый классный для меня порошок. Вот честно, вообще, самый-самый классный. Потом взяла вот такой крем, потому что муж сегодня с утра, он попросил крем для рук в машину, я ему дала. Он сегодня им бедное лицо мазал. Поэтому я решила, что надо кинуть еще, помимо крема для рук, какой-то универсальный. Взяла детский вот такой вот. 9-8 с чем-то стоил. Тошка. Там ромашки череды, увлажняющие, смягчающие. То есть им и руки, и ноги, и что хотите, можно помазать, и лицо. Взяла вот такие салфетки. Они были по 5 гривен. Я хочу сделать декупаж. Стульчик деревянный маленький. Какая-то креточка. Я хочу сделать на ней декупаж. Мне понравились. Я сначала эти увидела, потом вот эти. Короче, я взяла. Я не знаю, какие буду делать, но я взяла 5 гривен. Пусть будет. Всегда такие салфеточки. В том году я еще яйца ими декорировала на Пасху. Кстати, в этом году забыла, что-то можно было делать. Вот. Пусть будут. На коленке взяла вот такие вот палочки. Она любит очень. Сыр российский, твердый, шостка. В акции по 157,90. Так, шоколадка любимов.
Тоже, по-моему, она по скидке была. Кошки взяла. Вот такие вот Фрискас. С лососем взяла ей, с ягненком. Прервалось видео. Так, с индейкой взяла еще и все. Вот, сколько? 4. Так, еще взяла Виталиночки книжки я. Вот такую вот Весели кошенята. Это аппликация с раскраской вместе. Вот сейчас вам покажу, как она вот так вот кошечка идет. Это можно разукрашивать. А тут есть вот такие вот кусочки, видите, аппликации. Виталинка любит, да, такое? Да. Любит. Вот, она умеет вырезать. Ну вот так хорошо, красиво. Ровненько. Да, больше вам разных кошечек таких вот. Ой, такие кошечки. Такая красивая, да. Навязывая какую-то. Вот, кошечку. И вот такую взяла водную размалёвку. Да, не говорите, она для маленьких деток. Но Виталинка очень любит. Выбрала более или менее большими рисунками. Такую вот. Любит она очень эти размалёвки, но я их беру, почему бы нет. Вот. Самая такая была более или менее, там где много картинок. Видите, на каждой идет картинка, ой, на каждой страничке. А так бывает, что одна страничка идет и с другой стороны пусто. Такие хорошие, да. На, бери. Потом, что я, собственно, пошла в Ашан. Я пошла за трусиками, которые в прошлый раз покупала для Виталинки. Взяла трусики. Они на 6 лет идут, но они большемерные. Что будет брать, чтобы вы учитывали это. Виталинка у нас, в принципе, не полная девочка, да, но ей 8 лет, вот, и я беру ей вот на 6 лет. Но они такие, не знаю, в принципе, смотрите по своему ребенку, не буду ничего советовать. Для нас они вот подходят на 6 лет. Вот такие взяла голубенькие ей с ананасиком. Будешь трусики смотреть такие? Ананасы! Смотри. Это на лето! Потом, хочу показать. Эти трусики по 15 гривен. Очень дешево, очень хорошая цена. Вот такие голубенькие ей взяла с ловцом снов. Да. Вот. И это вот... Что? Ловец снов. И вот такие были в акции тоже 19 гривен, двое трусиков за 19 гривен. Видите, они скреплены. Вот, еле нашла 6-7 лет. Вот такие вот и голубенькие. Я хочу поменять ей там, у нее все маленькие уже там порванные, все поиграть. На, посмотрите. И что я вам хочу сказать. Взяла я себе детские трусики. Вот такие на 14 лет, но они большие. Видите, они одни были там. И я взяла, думаю, если мне не подойдут, то дочке старше отдам. Но они большие, нормальные. Вот. И хорошая форма это очень такая. Вот. Куда ты там положи, там буду стирать. Ума, так, дочке старше взяла тапочки новые, потому что у нее уже все поснашивались. Мы там те, что старенькие, для гостей будут. А ей взяла вот такие новенькие. Они были по хорошей скидке 59 гривен. Вот, с единорожками вот такие вот. Пума! А ну давай, иди. Давай, давай, иди. Вот. У тебя были похожие, да? У тебя фиолетовые такие были. Тоже с единорогами? Или там что-то другое было? Там был Париж. Ну, тебе же не надо тапочки, у тебя валом, да? У меня только эти, которые ношу. А черные? Ну, они же вон валяются, я видела. Или тебе надо тоже такие купить? А? Разве что с единорогами. Я же тебе в прошлый раз их показывала, а ты выбрала те черные светящиеся с рисунком. Нет, я теперь хочу зелененькие. Так, ладно, все. Потом взяла мужу носки, он попросил, он меня утром подвозил в Ашан, попросил, еле надыбала. Мы вот с таким рисунком брали, видите, чтобы все одинаковые. Он две пары в прошлый раз взял и две сейчас. Тут они высокие и хорошая резинка, потому что у него уже все перешли на эти короткие носки, а иногда надо и высокие. Так, взяла я 4 тарелки вот этих, которые в прошлый раз взяла. 2 у меня есть и 4 я еще добрала. Думаю, возьму, пока они в акции. Буду пока я ходить по 2 тарелки брать.
Вот, их раскупят. Нравится мне очень вот эта вот часть у них. Поэтому взяла 4 тарелки. Пусть будут. Дальше. Дальше из интересного. А, такие вот леденцы немецкие. Вот. Хорошие. Карамель, ну, Лоли. Короче, не знаю, они были в акции по 2 гривны, по 1,90 гривны. Я взяла их, не знаю, сколько штук. Значит, взяла черри разбери, малина вишня и блэкбери, блэккорн, смородина и блэкбери. Это, по-моему, блюбери, блэкбери, смородина, черная смородина и ежевика, наверное. Да. Вот такие взяла. Еще. Это Линки чупа-чупс клубничный. Покажи сюда. Вот. Еще. 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 И все вроде бы. 6 штучек взяла, попробуйте. Да, и детей угостишь. Так, захотелось мне вот такую, как у Бяки. Там домашний паштет взяла. Хочу скушать его. Попробую. Надеюсь, он печеночный. Так, взяла желатин. Взяла еще желатин. Взяла картопляный крахмал, потому что у меня заканчивается. Ой. Так, чеснок сушеный взяла. И взяла вот такие цветы. Хочу посадить, когда муж балкон сделает. Но я уже сейчас хочу посадить вот эти вот смесь. Я сначала взяла такие голубенькие или фиолетовые, потом белые увидела. А потом увидела, что есть такая смесь. Кто садил? Лобелия ампельная. Ее, наверное, надо отщипывать, да? Насколько я знаю, ампельные растения. Таленка, пожалуйста, не надо танцевать. Меня оно раздражает, когда туда-сюда, туда-сюда. Потом взяла вот этот перчик балконный. Не знаю, когда как-то садила, ничего не взошло. Вот попробую еще раз. И фиалку взяла. Марина меня Иванова заразила. И бальзамин садовый. Вот, все. Хочется девочки огорода. Так, запасную взяла штуку, чтобы чистить одежду. Собака белая, сами понимаете. Для, не знаю, для чего взяла панировку, биточки можно делать для разнообразия, котлеты, короче, кто что любит. Потом вот этот по скидке давно за ним гоняюсь, майонез, вы знаете, очень-очень нам нравится. Вот, он такой со вкусом барбекю. Вот, очень вкусно для бургеров. Короче, он был по 19 гривен сейчас по скидке. Имбирь взяла большую упаковку, 40 гривен, люблю его, вот, потом взяла сардельки, взяла маркадельки вот эти попробовать, они, конечно, там с ешками, но взяла попробовать, мне понравилось, потому что они маленькие, вот, по скидке были вот такие мотелки. Я потом, наверное, с мужем на машине заеду, и надо будет больше купить. Так, капусту взяла маленькую, потому что большая была какая-то вся подгнившая, либо не зеленая. Я люблю вот такую, чтобы зеленая была, пекинская. Она на салат тогда максимально похожа. А вот эта вот, когда она белая, такая желтая, она вообще мне не нравится. Она и не та капуста, и не та. Тогда уже лучше обычную нашу капусту взять. Вот такой взяла качанчик, вот маленький. Взяла колбаску нашу любимую. Роганский мясокомбинат. Вот такая вот, она называется телячья. Вот всегда ее беру, уже несколько лет, наверное, пользуемся этой колбаской. И взяла еще... Никогда не пробовала. Состав вроде бы неплохой. Взяла вот такую роллу, там, яичную вермишель.
для чего я ее взяла? Я хочу приготовить типа, как он называется, корейские, японские, не, наверное, корейские, китайские или японские тоже есть. Вот такая вермишель, это мясо, овощи, рамен, да, рамен он называется. Вот, состав вроде бы неплохой, но попробую, не знаю, как ее варить. Я когда-то брала, мне не понравилось, надеюсь, это не такая. Сколько ее варить? 20 минут, написано, варить. Прям твердых сортов, ну не знаю. Короче, взяла вот такую, да, взяла. Попробую, если понравится, еще раз возьму. Вот это по 15 гривен. И вот эти мотелики твердых сортов они, да, тоже по 15 гривен. Надо поехать еще взять. Вот. А это попробую приготовить. А-ля рамен. Что-то типа этого. Мясо поджарю туда. Короче, соевый соус такой перемешаю. Вот. Какую-то вкусняшку попробую приготовить. Все, эти были все покупочки. Покупки были на 700 гривен. Вот. Тяжеловато несла, потому что так многовато скупилось. Вот, ничего. Вот, получила удовольствие от шопинга и пришла домой. Сейчас буду кушать. Я не ела еще ничего со вчерашнего дня. Получается, мне нужно сейчас позавтракать. Вот, супчик овощной. Паштетик поем. И очень хочу сыр колбасный с чаем сладким покушать. Очень прям захотелось. Я чай сделала меньше, чем чашку, чтобы не разбивать желудок большим количеством жидкости. Все. Погода у нас шикарная. Очень тепло. Жара прямо на улице. Можно, честно говоря, идти на пляж. Ну, посмотрим. Посмотрите, сколько у нас людей гуляет. Даже футболисты сегодня играют. О, вот эти. Отлично. И люди гуляют, видите. Люди на улицах без масок в основном. Когда никто ни с кем не соприкасается близко. Ну, футболисты я не знаю. Вот так вот. Погода сегодня шикарная. В тени. 13 градусов. Не видно, да? Вот так вот. Прям душа радуется. Никогда не радовалась так футболистам. И мы сейчас выйдем на уличку. Тоже уже вечер, но мы выйдем, прогуляемся с Виталиной. Сегодня не с утра, а вечером вышли прогуляться. Муж рыбку ловит. Я ему говорю, бегом, быстро, говорю, поел, побежали. Вот. Короче, спиннинг взял, мы побежали. Уже солнышко село. Вышли, еще было солнышко, пока туда-сюда уже село. Пойдем сейчас вокруг озера. Нику взяли, прогуляем. Птит на гнезде. Мы пришли к своей подружке, знакомой, да? Уже третий день. Ага, сидит. О, вторая плавает такая же. Папа. Да, еду добывает, да? Угу. На работу пошел. Дерево поломано, а мы там дуркуют. А я пришла тут, спиннинг положила, муж ждал мне на сохранность. Пришла. А не он там дерутся. Виталинка хочет драться. Нравится ей с папкой дурковать. Дома дуркуют, так квартира все дыбом стоит. Как с сыном, так то вообще все рушится. Вечернее озеро. Хорошо бегает. Угу. Давай
Боже, а что это за пыль такая? Кто-то тут себе кроватку нашел. На дереве. Валяется. Ты не снимаешь? Да. Тебе бы тут легче было развернуться. Нет. Еще раз хотим. Тебе снимай полностью, как я выглядела. Ага, так, без пушки не видно. Ты не иди, а ползи. Подожди. Ты уже не так, как в прошлый раз идешь. Путь. Все? Что это? Руки показывают. Коричневые. Ага. Ага. Все уже потемнело. Красиво, да? Сейчас будем идти домой. Может, с мужем еще выйдем, прогуляемся вдвоем. Мы любим вдвоем, знаете, чтобы мысли можно было вместе собрать, пообщаться. С ребенком, когда гуляешь, это одно, а вдвоем это совсем другое. Вот. С ребенком, когда гуляешь, надо уделять время ребенку. Вот там мала еще лазить пошла. На той стороне домик стоит лодочный, лодочная станция. Рыбка гуляет на озере. Красота. Воздух классный, тепло сегодня, просто прелесть.